А в городском пресс-центре чемпионата прошел, пожалуй, самый странный флешмоб в истории. Десяток волонтеров на лестнице Национального театра под стихи, как говорят, собственного сочинения, делали пассы руками. Такие перформансы всегда дело вкуса, но когда речь заходит о таких категориях, важно не забывать, что вкус либо есть, либо его нет. Ради объективности мы показываем этот флешмоб целиком, чтобы зрители 10 канала могли в полной мере оценить то ли полет фантазии, то ли глубину падения. Нужно знать о главном, где теперь живет любовь. Нас ищет Саранский, он как будто солнце. Скачет мяч по полю, пока сердце бьется. Трудно расставаться, значит оставаться. Будь открыт душой и следуй за мечтой. Под счастливой звездой 2018 в этом Туража время объединяться.